Такого в программе «Дня открытых дверей» на базе аварийно-спасательного отряда Щелковского центра гражданской защиты еще не было. Мы показываем то, что раньше не показывали детям. То есть они на себя ощутят, как трудно и не просто работать в этой ситуации. Мы рассказываем о работе людей, которые рискуют своей жизнью каждый день. Трем девятиклассникам школы номер 12 имени Чкалова выпала уникальная возможность. Вот ребята уже надевают обмундирование, затем проходят инструктаж и принимаются за дело, конечно, под чутким руководством профессионалов. Задача – войти в задымленное помещение, найти и спасти пострадавшего. В этом случае пожар – инсценировка, и переживать о безопасности не стоит. Для достижения эффекта использовалась дым-машина, хотя выглядит все очень реалистично. Вообще ничего не было видно. Тяжело очень дышать. Интересно. Тяжело дышать и трудно находиться там. Адреналин поднимается. То, что тяжело, это работа. Да, это работа не для слабых и не для нервных. Труд спасателей очень нужный, но опасный и тяжелый. В спасатели идут сильные и крепкие люди. Один такой дыхательный аппарат весит более 15 килограммов. Прибавьте к этому ко всему еще вес экипировки. Нагрузка внушительная. А ведь в этой экипировке порой приходится часы напролет оказывать помощь пострадавшим. Обо всем, конечно, в рамках одной экскурсии не расскажешь, но сделать так, чтобы возникло понимание о профессии, возможно, потому и проводят встречи с молодежью спасателей. Попасть сюда, чтобы лично встретиться с ними, попробовать в действии оборудование, которым им часто приходится пользоваться, хотят многие. Сотрудничество школ и центра находится под патронажем Андрея Алексеевича Булгакова. И хочется выразить особую благодарность ему за то, что он уделяет особое внимание работе с молодежью. То, что раз в неделю спасатели принимают гостей на своей базе, известно всем школьникам за редким исключением. Ребята даже придумали название этим программам «Марусин день» в честь пушистого талисмана Центра гражданской защиты. Программа не просто веселый интерактив и способ увлечь детей, а важная работа, благодаря которой молодое поколение учится понимать сложность и важность работы служб экстренного реагирования и обращает внимание на правила безопасности. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.